армысыздар, аса қадірменді қонақтар, құрметті оқытушылар, және де студенттер қауымы! Добрый день, дорогие гости, уважаемые преподаватели и студенты! Good afternoon, dear guests, teachers and students! Биылғы жыл еліміз үшін тарихи маңызды жыл болып табылады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы және сүйікті қаламыз Алматы қаласының 10 жылдық мерейтойлары құтты болсын! Для нашей страны этот год является исторически значимым. В этом году мы отмечаем 25-летие независимости Республики Казахстан и тысячелетие города Алматы. В нашем университете ежегодно проводится торжественное мероприятие, посвященное вступлению первокурсников в ряды студентов. В этом году на первый курс поступило 1280 студентов. Дорогие студенты первого курса, добро пожаловать в наш университет КазНУ имени Асфендиярова! For our country, this year has historical value. In this year, we celebrate the 25th anniversary of the independence of the Republic of Kazakhstan and the 1000th anniversary of Almaty. The official ceremony of the first year students' admission is held annually in our university. Бірінші курс студенттерін салтанатты түрде студент қатарына қабылдау рәсіміне қош келдіңіздер! Dear guests, welcome to the ceremony of admission of the first year students. Поздравительной речью и для открытия торжественного мероприятия посвящения студенты КазНУ на сцену приглашается исполняющий обязанности ректора КазНУ имени Асфендиярова профессор Хамзина Нургуль Калина. Уважаемые первокурсники, уважаемые преподаватели, гости, мне очень волнительно сегодня с этой сцены говорить слова напутствия нашим дорогим первокурсникам. Много-много лет назад я тоже поступала в медицинский вуз, испытывала огромное волнение, потому что это одно из самых замечательных событий в вашей жизни. Без преувеличения можно сказать, что вам выпала честь учиться в одном из лучших медицинских вузов нашей страны. Быть студентом КазНУ было престижно во все времена. С каждым годом увеличивается не только конкуренция, но и конкурентоспособность студентов. Достаточно отметить, что из 2280 первокурсников, 1/3, почти 400, составляет обладатели знака Алтын-Белгі и победители международных олимпиад. Это внушает огромные надежды на то, что мы готовим новое поколение высококлассных, высококвалифицированных специалистов, обладающих хорошими базовыми знаниями. Позвольте мне от всей души поприветствовать вас в этом замечательном зале театра «Конкордия» и от лица всего коллектива профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета сказать вам: добро пожаловать в Казахский национальный медицинский университет. Мы поздравляем вас с вступлением в ряды будущих врачей. В мире нет специальности, которая бы требовала столь высокой ответственности, как специальность врача, ведь цена врачебной ошибки – это жизнь. Поэтому, чтобы стать врачом, нужно потратить очень много сил, времени на образование.
Но самое главное, вы должны в стенах вуза научиться учиться и не потерять эту компетенцию на протяжении всей своей будущей жизни. Вы одели белые халаты, неотъемлемую часть авторитета врача, и теперь это ваша визитная карточка, символ спасения и помощи людям. У вас впереди много трудных и увлекательных дней учебы. Это поистине марафонская дистанция, которую вам придется преодолеть. И я вам желаю успеха в том, чтобы достойно пройти этот путь. Все ресурсы университета, включая человеческие в первую очередь, у нас около 1500 преподавателей, из которых около 60% это кандидаты, доктора наук, академики. А также хорошие материально-технические возможности. У нас есть собственные университетские клиники, у нас есть библиотека. И все это к вашим услугам. В нашем университете учатся студенты из 17 стран мира, представители 34 национальностей. КазНМУ интернационален. В университете не должно быть никаких разногласий и противоречий на религиозной почве, на языковой или национальной почве. Мы должны обеспечить сохранение главного бренда нашей страны – межрелигиозного и межнационального согласия и толерантности. Медицина не делится на национальности. Для нас существует только пациент. Я прошу вас помнить об этом. Годы летят очень быстро, и я надеюсь, что через несколько лет мы с гордостью сможем назвать вас нашими достойными учениками и коллегами. И я надеюсь, что для всех вас университет станет родным домом. В 19 веке писатель Андре Мруа сказал о призвании врача: «Завтра, как и сегодня, будут больные. Завтра, как и сегодня, понадобятся врачи. Как и сегодня врач сохранит свой сан жреца, а вместе с ним и свою страшную, все возрастающую ответственность. Медицинская наука станет еще точнее, ее оснащение приумножится, но рядом с ней, как и сегодня, будет стоять и сохранить свое место в медицине врач классического типа, тот, чьим призванием останется человеческое общение с пациентом». Вы знаете, в заключение, перед тем, как пожелать вам доброго пути, я хочу сказать вам очень интересные слова, которые были высказаны известным менеджером Украины Петром Калиным. «Меняется мир непременно неспешно. Меняется все, от концепций до слов. И тот лишь сумеет остаться успешным, кто сам вместе с миром меняться готов». И я хочу, чтобы именно эти слова стали как бы девизом для вас, потому что никогда человек не может знать все. Он постоянно должен учиться, и только тот, кто способен к обучению, сможет добиться успеха. В добрый путь, успехов вам, дорогие первокурсники! Профессия Дубритализа. Должен Бахтарус, хурметы достар! Хирургу международного уровня Пя Юрию Владимировичу! Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня, как и вы, волнуюсь впервые. Вот так вот это было в первый раз, 2 года назад. Я был студентом первого курса. И когда я получил приглашение выступить здесь, на пустыне, в августе. Естественно, это от Зорбы Калинины, нынешнего ректора этого прекрасного вуза. Я вот всю ночь конспектировал. Вот вы можете увидеть то, что я конспектировал, что мне говорила Зорба Калинина. Вот. Видите, вот здесь много листов, я буду долго очень говорить. Приготовьтесь. Для меня большая честь, уважаемые коллеги, дорогие первокурсники, выступить здесь перед вами, потому что я думаю, что у меня есть чем поделиться с вами. И когда я вот так вот ожидал 42 года назад, я не знал, где я буду через 42 года,
я оказался здесь, вот, на родине, здесь, в этом прекрасном городе, в этом прекрасном вузе, и который носит имя Асфендьярова, который когда-то сказал, только образованный человек может служить своему народу. Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, учитесь, осваивайте знания, учите языки. И на сегодняшний день, когда Казахстан стал независимым государством, в этом году мы отмечаем 25-летие независимости Казахстана, я вам могу сказать вот, от имени, наверное, всей кардиохирургии, всей кардиологии Казахстана, что мы в этом направлении тоже независимы. Нам незачем обращаться куда-то в другие страны за какой-то за помощью. И вот ваша задача, я думаю, дальше развивать нашу с вами медицину казахстанскую по всем направлениям. Вот. И от себя лично я бы вам хотел пожелать, можно вас попросить поддержать? Вот. Я вам сказал, что я всю ночь конспектировал. Вот это вот первый конспект, который я писал, что мне говорила Нургуль Калинина. Вот слушайте с профессоров, записывайте все, конспектируйте. Ну, чтобы ваши, вот тут вот мои конспекты, чтобы ваши мысли были чистыми, как этот лист. Чтобы ваше сердце было чистое, как этот лист. Чтобы ваша душа была чистая, как этот лист. То, что вам будут говорить профессора, имейте свое мнение. И у вас всегда будет билет. Это вот билет мой обратный в Астану, единственную столицу 21 века. И ваша столица будет такая же. Спасибо. Бірінші курс студенттері, студенттер қатарына қабылдау үшін салтанатты түрде ортаға шақырамыз. Для церемонии торжественного посвящения в студенты КазНУ на сцену приглашаются первокурсники. Қошемет, достар! Көп-көп рахмет. Құрметті бірінші курс студенттері. Бүгін сіздердің қиын да қызықты студенттік өмірге, үлкен жол торабы білім жолына аяқ басып отырған және салтанатты түрде студенттер қатарына қабылданатын ерекше мерекелік күндеріңіз. Dear students for the first year, today is a special day. The day of admission to Asfendiyarov Kazakh National Medical University. We wish you the best of luck in your study and work. Дәрігерді таныған ақ халатынан, өзірдің қолдап қаққан қанатынан, Гиппократқа ант еткен түлектерден шықпайсын сағындырып санатынан, болаттай қойнауында шынығатын, білімге шын беріліп тұнығатын, бақыттымыз біз жастар бүгінгі күн болашаққа арман сарай тұрғызатын. Для поздравления первокурсников и торжественного вручения студенческого билета на сцену приглашается доктор медицинских наук, почетный профессор КазНУ имени Асфендиярова Соколов Александр Дмитриевич. Құрметті біздің жас артистер. Біздің университетіне қош келдіңіздер. Дорогие друзья, добро пожаловать в наш университет. My best congratulations to our foreign students. Good luck and be our students welcome in our university.
дорогие друзья, вы вступаете в корпорацию медицинских работников. Имейте в виду, это почетно, это большая ответственность. Всю жизнь вы будете помогать друг другу, но главное, ваша цель, ваша задача – спасать людей, помогать людям, отодвигать смерть. Имейте в виду, что нет ничего больше, чем улыбка ребенка, которого после выздоровления вы отдаете матери. Нет большей благодарности, чем мудрая улыбка пожилого человека, который смотрит на вас с уважением и с признательностью. Дорогие друзья, в аудиториях нашего университета мы будем делать из вас специалистов. Но мы будем делать из вас дополнительно патриотов, чтобы вы с гражданской позиции несли ответственность за судьбу нашего народа. Дорогие друзья, вам будет трудно. Но имейте в виду, студенческие годы самые прекрасные в жизни каждого человека. В добрый вам путь! Аджо! Большое спасибо, Александр Викторович. Для первокурсников огромная честь получить от ваших рук студенческий билет. От имени всех первокурсников на сцену приглашается студент первого курса Адильжан Жаксылыков. Большое спасибо, Александр Дмитриевич. Студент Казахстан Республикасының патриота Санжар Жапарлы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің студенті ұлттық басымдықтарды, ғасырлар бойы қалыптасқан рухани құндылықтарды құрметтейді және сыйлайды. Қазақстан Республикасының азаматтық мәртебесіне қойылатын қатаң талаптарын орындайды. Университеттің игі дәстүрлерін, аға буынның құндылықтарын сақтап, құрмет тұтады. Әлемдегі жетекші университеттер санатына ену жолындағы университет саясатын жан-жақты қолдайды. Университетте қабылданған нормативтік құжаттардың талаптарын, заңнамалардың ұстанымдарын басшылыққа алады. Біздер, бірінші курс студенттері, осы медицина мамандығы бойынша білім алуда бар күш-жігерімізді салып білім алуға және еліміздің нағыз азаматы болуға ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Медицина ғылымдарының негізін салушы ғұлама ғалымдарымыздың өсиет сөздері. Білімі, ілімі сан ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Өсиет, білім, нақыл сөздер, адам жанының рухани байлығы, ұрпақтар жалғасы, ғасырлар дауысы. Knowledge, science and the heritage of medicine's power is still with us and it will last a long time. Өз бойына туа біткен 12 қасиетті ұштастыра білген адам, қайырымды халықтың басшысы және жер жүзін мекендейтін елдің басшысы бола алады. Әдеттенудің арқасында бізді жақсы мінез құлыққа жетелейтін әрекеттер жақсы болып табылады. Дәрігер тәннің халіне жататын нәрселер арқылы тәннің саулығымен танысады. Егер тән саламат болса, онда сол тәнді сақтандырудың тәсілдерін қолданып, ал егер дімкәс болса, онда сол кесіледі жоюдың тәсілдерін қолданады. Дәл сол сияқты, егер бізге жақсы мінез құлық тән болса, онда біз соны өз бойымызда сақтандырудың тәсілдерін қолданамыз. Ал егер мінез құлқымыз жаман болса, онда оны жоюдың тәсілдерін қолданамыз. Thank you.
ансапсыз болудан сақта. Арынды сақта, барына қанағат ет. Тағдырдан артық талап етпе. Сарандық қанағатсыздықты тудырады. Оған бойын билеткен жан құрдымға кетеді. Байлыққа құныққан адамдар әуре сарсанға түседі. Жан дүниесі жұтайды. Шындық үшін азапқа түскен адам аласұрмай бақыт табады. Бақытын бағаламаған адам бақытсыздыққа душар болады. Жер бетіндегі қуаныш бізді күтіп тұрған мәңгілік алдындағы қас қағым сәт. Достопочтенный жрец и попечитель храма медицины, обращаюсь к вам, достойные наставники, мантия Гераклита легла на ваши плечи, и вы с честью носите ее. Славные асклепиады, ученики мои, когда я только начинал изучать медицину, мой отец подарил мне факел. При его свете я постигал науку, и смотря на огонь этого факела, я вспоминаю слова отца. Думай о факеле, Гиппократ, как об огне нашего искусства. Не теряй мужества, если огонек наших знаний еще очень слаб. Храни и передавай его дальше, чтобы он горел вечно. От шаңырақтың ошақтың жылыдың белгісі. Ошақтағы отын сөнбесін, дейді дана халқымыз. Алау тән жан саулығын бейнелейді. Огонь, пламя – это источник тепла и жизни. Fire, flame are the sources of heat and life. Құрметті бірінші курс студенттері, Гаудиамус халықаралық студенттер әнұраны.
Thank you.
фольклорлык ансамбля сіздердің дубал шабақтарыныз.
Құрмет, қошеметтеріңіз, құрметті достар. Аяқталды. Мерекелеріңіз құтты болсын. Келесі кездескенше сау болыңыз.